Учительница английского и учитель физкультуры. В старом фильме про советскую школу отношения между ними как-то не сложились. Но судьба всегда дает новый шанс, и в российской школе, а если совсем точно, школе города Кириллово Вологодской области, с этого учебного года начнет работать семейная пара англичанки и физрука, как их наверняка будут звать ученики. Марии и Дмитрия Болдина, участников областной программы «Земский учитель». Программы, которая помогла Маше Болдиной привести мужа Диму на свою малую родину. В общем, ребята сами расскажут вам историю о том, как у них получилась эта игра с судьбой. Я как данному предмету у меня началась с самого детства. В раннем возрасте стал заниматься футболом, посещал детскую спортивную школу по футболу города Вологды. И с того момента спорт стал частью моей жизни. И после этого это стало моей профессией. В моей семье спортсменов нет, только старший брат спортсмен у меня. Вот, и оба родителя, скажем так, меня в данном моей профессии меня поддержали. У вас были собственные спортивные амбиции? Мы играли в детской команде. Тогда еще спортивная школа называлась «Дюшор». Играя, выступали мы в рамках первенства «Золотого кольца». Выступали довольно-таки неплохо, но особых каких-то таких важных побед, скажем так, событий, сейчас-таки уже и не вспомню. Что нужно современному мальчишке, чтобы добиться высот в футболе? Удача? Это само собой без этого. Сейчас в современном мире, не обойтись. Но от самого спортсмена требуется посещение регулярно тренировок по футболу. И помимо тренировок находить свободное время, чтобы заниматься самостоятельно. Потому что заниматься 3 раза в неделю или 4 этого сейчас уже недостаточно. За какую команду болеете? Я болею за красивый футбол. Не отдаю приоритеты какой-либо команде. Мне футбол интересен в принципе. Не отдаю предпочтение какой-либо команде. И детей на своих уроках я учу, чтобы просто любили футбол как игру, как великую игру. А «Динамо» Вологда? «Динамо» Вологда это не является, фаворитом, это понятно, но если говорить в целом, то какой-то отдельной команде мы предпочтения не отдаем. Быть учителем, в принципе, это, больше призвание, а потом уже все остальное. Если ты, любишь общаться с детьми, любишь вот эту вот атмосферу спорта, то это, человеку больше подходит. А там какой предмет не имеет значения. То есть я был ближе к спорту, то есть, соответственно, я уже выбрал профессию
выбрал я уже ее, наверное, в раннем возрасте, уже знал, что буду учителем, и уже целенаправленно, уже в школе готовился для поступления в соответствующий вуз. Часто и родители, и дети относятся к физкультуре как к второстепенному предмету. Но, к сожалению, доля правды в этом присутствует. Но здесь зависит тоже очень много от преподавания, от преподавателя. Если к урокам, подготовке к урокам ты относишься качественно, правильно подбираешь упражнения, игры, то дети, соответственно, на твои уроки ходят с удовольствием. И проблем с прогулом и с пропуском уроков по неуважительной причине их нету. Учитель, он для своих, скажем так, детей, назовем их так, он должен быть авторитетом. По большей части, если ребенок уважает как бы учителя своего, то и это будет очень хорошо сказываться на успеваемости ребенка, на освоении какого-то материала. То есть если же уважения к учителю со стороны ребенка нет, то отсюда как бы появляются все беды. Это и травмы, это и неудовлетворительные оценки, это и пропуски занятий по неуважительной причине. Ученики задают вам вопрос: а зачем нам физкультура? Задают. И как вы отвечаете? Как мы отвечаем? В школе нету лишних предметов. То есть все предметы в школе, они для молодого подрастающего организма, они нужны. То есть через каждый предмет человек познает свой, ну, этот мир, он по-своему. По физкультуре так, там, по химии, по ОБЖ по-другому. То есть, ну, я говорю, как это происходит на моем предмете. Ваши ученики вас больше радуют или огорчают? Были разные ученики. Были те, которые ходили на уроки с удовольствием, были те, которые не ходили. Но таких было, к моему счастью, было меньшинство. Но в целом, уже в этой профессии я достаточно давно работаю, уже много было выпусков у меня. То есть и дети, когда приходят, да, в школу, то они очень как бы всегда подходят, здороваются и очень положительно отзываются, в принципе, о моей деятельности и о моем предмете. Поэтому для учителя это, считаю, самая высшая как бы так награда за свой нелегкий труд. Так как сейчас заряжены дети на урок физкультуры, я думаю, что у нашей страны впереди очень большое спортивное будущее. Потому что дети посещают как бы исправно, занимаются с желанием, и это, конечно, радует. Скажите, как вы здесь оказались? Мы были, скажем так, наслышаны о программе «Земский учитель», и в один, как бы, скажем так, прекрасный момент жизни мы решили поменять нашу городскую жизнь на более тихую, более спокойную. Начали подбирать варианты, и город Кириллов нам очень понравился с точки зрения географического положения, более спокойного уклада жизни. Вот. В данном учебном заведении были свободные вакансии как раз-таки по нашей специализации, и это сыграло как бы ключевую роль. Я все время прислушиваюсь к мнению супруги, и какие-то важные решения мы все время обсуждаем вместе и принимаем решения, соответственно, вместе. Все-таки что было раньше? Информация о программе или желание сменить обстановку? Желание выехать было уже давно, а данная программа нас просто к этому подтолкнула. То есть мы вот как бы оказались в этом прекрасном месте, в этой прекрасной современной школе. Программа – это весомый аргумент, чтобы переехать? Для специалистов это довольно-таки весомый аргумент, чтобы переехать, да, в сельскую местность, скажем так, или в населенные пункты до 50 тысяч человек, по-моему. Вот. То есть это как бы, если еще вы муж и жена, учители, то это как бы вдвойне, скажем так, приятнее. Насколько остра сегодня кадровая проблема в школах малых городов? Проблема с дефицитом кадров, она назревает. На сегодняшний момент в школе, допустим, в нашей школе, все предметы преподают учителя-специалисты, но при этом имеют большую нагрузку, и в основном это учителя предпенсионного и пенсионного возраста. Поэтому проблема назревает. Программа «Земский учитель» может решить проблему?
Я думаю, что эта программа очень важна, и мы уже почувствовали на себе. Эта программа, конечно, решит проблему с кадрами в населенных пунктах с малым населением, с малым количеством населения. Поэтому... Получится, да? Поэтому, да... Поэтому не знаю, что еще сказать. Но на самом деле я так считаю, что эта программа поможет решить проблему, так как мы видим уже результаты. Учителя едут в малые города, в малые населенные пункты. Это значит, что школы будут жить, будут работать. И в школах будут преподавать предметы именно специалисты. А это так и должно быть. У нас земских учителей не было, хотя мы заявлялись, уже третий год подряд заявляемся, но приехали впервые. И в этом году в нашу школу трудоустроились уже 3 земских учителя. 2 учителя английского языка, 1 учитель физической культуры. Как раз одним из учителей английского языка является Мария Александровна, а Дмитрий Сергеевич – учитель физической культуры. Мария Александровна работала в нашей школе несколько лет. Она родом из города Кириллов, затем уехала, но сейчас вернулась и привезла с собой мужа, который будет работать учителем физической культуры. Вы ей не поручали такую задачу найти? Ну, это было условие, что если, Мария Александровна, вы уезжаете, то обратно возвращаетесь уже не одна. И она это условие выполнила. Наверное, очень важно для детей, что в школе появился еще один учитель-мужчина. Имеет большое значение, потому что очень важно, чтобы в школе работало больше учителей-мужчин. Они у нас есть, но мы рады, что коллектив мужской у нас увеличивается. Уверена, что сработаемся, уверена, что они легко освоятся в нашем коллективе. Коллектив примет и поддержит. И, конечно, возлагаем на них большие надежды и уверена, что будут профессиональные достижения и будут большие результаты. И уверена, что когда закончится программа «Земский учитель», для них они останутся работать в нашей школе. Я закончила в свое время эту школу. В 2011 году поступила в Вологодский государственный университет на направление иностранных языков. Ну, впоследствии стала работать по специальности и продолжаю это делать по сей день. Эта школа отличается от той, в которой вы учились? Условия технически, безусловно, лучше. В то время это ностальгия, это теплые воспоминания. Понятно, что та школа тоже в моей памяти, но здесь, естественно, все по последнему слову техники, что не может не радовать. А почему английский язык? Ну, первый язык у меня французский. Но потом впоследствии, в связи с событиями, что французский язык в школах как основной язык больше не учат, пришлось выучить и английский. Верите в будущее этого языка? И все-таки хочется верить, потому что все-таки столько лет он был общепризнанным официальным языком. Но если произойдет переориентация на какие-то языки, все-таки потому что можно переучиться всему, если захотеть. Сложно поступить в университет выпускнику Кирилловской школы? Смотря как учиться. Потому что здесь же есть тоже талантливые дети. И они не менее талантливы, чем ученики крупных центров областных. Поэтому если есть цель, и ученик идет целенаправленно к ней, я думаю, что все получится. Все получится. Здесь нет разницы, это крупный город, маленький поселок совсем или областной центр. Была бы цель. Сразу практически после университета у меня был опыт работы, было классное руководство. Ну и потом сложились обстоятельства так, что вслед за супругом я переехала, поработав в одной из городской школ. Ну и сейчас снова судьба меня вернула. Отличается работа учителя в школе крупного города и небольшого городка? Безусловно, есть. Здесь немножко другие дети. Немножко другой персонал, другое отношение к работе, другие технические условия. Разница, безусловно, есть. А что такое другие дети? Другие дети? Ну, здесь они менее избалованы, скажем так. Менее избалованы излишками нашей современной среды. Да? Потому что там, как ни крути, возможностей в Вологде все равно было больше, да? Для раскрытия своего потенциала и так далее. Ну а здесь... Дети более скромны, скажем так, в развлекательном смысле.
но никто их в интеллектуальном плане явно не защемляет. То есть здесь они настолько же богатые, возможно, учителя здесь, может быть, вкладывают души свои больше, потому что некуда больше идти. Что ты дашь ребенку на уроке, то он и унесет с собой. А как возникла идея воспользоваться возможностями программы «Земский учитель»? Ну, идея была первоначально мужа. После совместных раздумий мы пришли к совместному решению, что это очень даже вполне хороший вариант. Тем более, что у него не было опыта работы в такой школе. Он 10 лет отработал в городской. Ну и мы решили немножечко поиграть с судьбой и попробовать здесь. Для молодых специалистов это, безусловно, хорошее подспорье, потому что есть чего начинать, есть куда расти, есть куда отталкиваться, поэтому возможности, безусловно, хорошие. Тем более, что таких возможностей не было у наших учителей, да, кто знает, может быть, они тоже свою судьбу бы переиграли в свое время, да, и куда-нибудь там отправились. Поэтому на данный момент для молодых специалистов я считаю, что это очень хороший фундамент и почва для развития. Как считаете? Надолго вы здесь? Ну, минимум на 5 лет. Но думаем, что все, вот здесь уже нужно пускать корни. Достаточно много свободного времени, то есть суббота, воскресенье, то есть у педагогов полноценные выходные. Да, свободное время, конечно, бывает. В учебном году его не так много, как хотелось бы, но тем не менее минутку свободную найти можно. Ну, на самом деле увлечений у нас очень много, но одно из самых наших любимых – это путешествия. То есть мы с семьей любим путешествовать по местам нашего любимого Вологодской области. А какие места Вологодской области у вас любимые? Уже Кирилловский район. Вытегра нам очень понравилось. В прошлом году мы оценили Карелию, например, природу Карелии. Предпочитаем больше север, чем юг. Мне больше по душе занятия спортом, то есть любую свободную минутку, то есть я все-таки стараюсь уделить занятиям спортом. Совсем недавно для себя открыла алмазную мозаику, например, мне очень нравится. Сейчас пока летний период, это консервация, тоже увлекает дом, все, что связано с уютом и домом. Вы себя чувствуете на своем месте? Да, конечно, то есть это я уже понял касаемо своей профессии очень давно, даже когда работал в Вологде, что я нахожусь на своем месте. То есть все, чем я занимаюсь, то есть это все мое. Да, я тоже целиком поддерживаю. Дети – это самое лучшее, что у нас есть, тем более, когда ты в них вкладываешь, а они отдают тебе в 3 раза больше, чем ты в них вложил, это дорогого стоит. Дмитрий и Маша остаются в древнем и вечно молодом городе Кириллове. Кажется, они нашли свое место в жизни. Ну а мы с вами движемся дальше в поисках новых историй и новых героев. Жизнь продолжается.